1672. Производство 50 тысяч тонн в год глета по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. На 1673. Производство 50 тысяч тонн в год гликогена по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 1674. Производство 50 тысяч тонн в год гликозидов по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 1675. Производство 50 тысяч тонн в год гликолипидов по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 1676. Производство 50 тысяч тонн в год гликопротеидов по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 1677. Производство 50 тысяч тонн в год глифтолей по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 1678. Производство 50 тысяч тонн в год глифталиевых смол по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 1679. Производство 50 тысяч тонн в год глицеридов по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 24 рублям Российской Федерации. 1680. Производство 50 тысяч тонн в год глицерина по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 24 рублям Российской Федерации. 1681. Производство 50 тысяч тонн в год глицина по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 24 рублям Российской Федерации. 1682. Производство 50 тысяч тонн в год глицинии по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 24 рублям Российской Федерации. 1683. Производство 50 тысяч тонн в год глобигерина по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 24 рублям Российской Федерации. 1684. Производство 50 тысяч тонн в год глобина по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 24 рублям Российской Федерации. 1685. Производство 50 тысяч тонн в год глобулина по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 24 рублям Российской Федерации. 1686. Производство 50 тысяч тонн в год глоксинии по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 24 рублям Российской Федерации. 1687. Производство 50 тысяч тонн в год гломерулонефрита по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 24 рублям Российской Федерации. 1688. Производство 50 тысяч тонн в год глюкотана по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 24 рублям Российской Федерации. 1689. Производство 50 тысяч тонн в год глюкозы по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 24 рублям Российской Федерации. 1690. Производство 50 тысяч тонн в год глюкозидов по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 24 рублям Российской Федерации. 1691. Производство 50 тысяч тонн в год глютина по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 1692. Производство 50 тысяч тонн в год глисе по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 1693. Производство 50 тысяч тонн в год гнофалиума по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 24 рублям Российской Федерации. 1694. Производство 50 тысяч тонн в год гнетума по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 24 рублям Российской Федерации. 1695. Производство 50 тысяч тонн в год гобелена по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 24 рублям Российской Федерации. 1696. Производство 50 тысяч тонн в год галатурии по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 24 рублям Российской Федерации. 1697. Производство 50 тысяч тонн в год гольмия по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 24 рублям Российской Федерации. 1698. Производство 50 тысяч тонн в год гапкалита по 1 квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 24 рублям Российской Федерации.
1699, производство 50 тысяч тонн в год гортензии по 1 квадриллиону рублей за тонну, 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации, 1700, производство 50 тысяч тонн в год грааля по 1 квадриллиону рублей за тонну, 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации, 1701, производство 50 тысяч тонн в год гофре по 1 квадриллиону рублей за тонну, 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1702. Производство 50 тысяч тонн в год гофры по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1703. Производство 50 тысяч тонн в год граммометра по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1704. Производство 50 тысяч тонн в год граммофона по 1 квадриллиону рублей за тонну, 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1705. Производство 50 тысяч тонн в год гранита, граната 1, по 1 квадриллиону рублей за тонну, 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1706. Производство 50 тысяч тонн в год гранита 1, по 1 квадриллиону рублей за тонну, 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1707. Производство 50 тысяч тонн в год гранулоцита по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1708. Производство 50 тысяч тонн в год гранул по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1709. Производство 50 тысяч тонн в год грата по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1710. Производство 50 тысяч тонн в год графикона по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1711. Производство 50 тысяч тонн в год графита по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1712. Производство 50 тысяч тонн в год графт сополимеров по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1713. Производство 50 тысяч тонн в год грейпфрутов по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1714. Производство 50 тысяч тонн в год грена по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1715. Производство 50 тысяч тонн в год гуаявы по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1716. Производство 50 тысяч тонн в год гуанина по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1717. Производство 50 тысяч тонн в год гуана по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1718. Производство 50 тысяч тонн в год гудрона по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1719. Производство 50 тысяч тонн в год гуляша 1 по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1720. Производство 50 тысяч тонн в год гуминовых кислот по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублей Российской Федерации. 1721. Производство 50 тысяч тонн в год гумиарабика по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублей Российской Федерации. 1722. Производство 50 тысяч тонн в год гумита по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублей Российской Федерации. 1723. Производство 50 тысяч тонн в год садита по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1724. Производство 50 тысяч тонн в год кюрита по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1725. Производство 50 тысяч тонн в год гумуса по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1727. Производство 50 тысяч тонн в год гуттаперчи по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации.
1728. Производство 50 тысяч тонн в год дагеротипов. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1729. Производство 50 тысяч тонн в год Дамара. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1730. Производство 50 тысяч тонн в год Дамасской стали. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1731. Производство 50 тысяч тонн в год Дафни. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1732. Производство 50 тысяч тонн в год Дегидразы. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1733. Производство 50 тысяч тонн в год декокта. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1734. Производство 50 тысяч тонн в год декстрана. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1735. Производство 50 тысяч тонн в год декстрина. По 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации.